Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 24 января 2019 года. Дети из 5-й школы. Маша, вот она, радостная. Это казак-наставник Сверчевский Виталий Николаевич. Ну и казаки Анапского районного казачьего общества во главе с атаманом. Ромка, в одну линейку. За мной вот так, в одну линейку. Встали. Да, давай. Да. Вот так вот, строевым шагом еще подходит один класс. Я хочу слово предоставить председателю, казачьему полковнику, председателю организации реабилитированных и реабилитированных в городе Бородина, Светлицкому Анатолию Николаевичу. Господа казачьи, уважаемые дети, мы сегодня отмечаем 100-летие со дня подписания директивы о расказачьем. Ее подписал Яков Свердлович. Под фамилией, я к вам обращаюсь, скрываются личности, которые никакого отношения к русскому народу или тем более к казачеству не имеют. Они прячутся под русские фамилии. А проводил эти репрессии Лев Троцкий, Бронштейн. Фамилии запомните на всю оставшуюся жизнь. Ленинское политбюро. В Ленинском политбюро русский было Ленин и Калинин. Ленин и Калинин. Один грузин, это Джугашвили, Сталин, и остальные были лица еврейской национальности. Один из атаманов донских, когда выбирали Романова, ставили на престол в соборе Земском, он сказал, что казаки за Романова, и положил на стол свою саблю, как бы в довесок, что казаки стоят за Романова. Вот так. А то, что говорят, что казаки кого-то грабили, все остальное, нагайщики, все это, я вам грубо скажу так, лапша наших врагов на ваши уши. Казаки спасли армян в 1915-16 году от геноцида. Запомните, только казачьих казаков было там, воевало на русско-турецком фронте 35 тысяч. Помолимся. Славных православных вождей, воинов и казаков на поле брани жизнь свою за веру отечество положивших, прессе Боже наш Тебе славу воссылаем, Тебе начальным Твоим отцем, пресвятым и благим же творящим Твоим духом, ныне и пресно и веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую хвалим. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови вечная память, вечная память, души их во благих водворятся, и память их род и род. Во имя всем Господи, охрани Ты Боже, жизнь нам Господи. Брось венок невинно убиенным возложи. Знаете, банальные, может быть, слова, но кто прошлое забудет, у того не будет будущего. Но мы не должны никогда забывать то, что с нами, с нашими дедами, прадедами произошло. Я думаю, что мы будем помнить всегда. Для этого мы вместе собираемся. А сейчас традиционно помянуть невинно убиенных. Просим подойти школьникам сначала, там, пирожку, чаю, а потом уже взрослым. Командуйте
традиционный чай и булочки для детей. Булочки взяли и отходим. На данный момент что делать? Ну, на данный момент писатели общественной организации реабилитированы. На сегодняшний момент это в пределах 800 человек. Это создавалось, это Четвертый Б. Все? Мальчики.